Куда целиться, сэр? Да, мой лорд. Оу! Значит, туда. Не хватает рекрутов, сэр. Ну вот, мой лорд, теперь вас уважают еще больше, так как ваши крестьяне хорошо питаются. Натянуть тетиву! За тебя, господин! Не хватает рекрутов, сэр. Мы идем! Мы в пути! Ясно? Прямо туда! Не хватает рекрутов, сэр. Мои верные лучники, меняем дислокацию. Не хватает рекрутов, сэр. Наши луки будут петь. Лучники идут. Ладно. Мы готовы. По холмам, по долам. Вот как. Лады! Лучники, на изготовку! Вот так? Да, сэр. Мы готовы. Лучники, вперед! Смотрите в оба, ребята. Соберитесь вместе. Мой господин, вы превосходно умеете управлять поместьями. Большая часть страны принадлежит нам. Эдвин, ты должен был приглядывать за этой территорией. Надеюсь, все в порядке. Я не хочу переводить сюда свои войска. Конечно, ваше преосвященство, то есть ваша светлость. Все в порядке. Нет никаких сложностей. Никаких. И, наконец... Это дурной знак. Возможно, они готовятся к нападению. Нужно быть настороже. Наши луки готовы. Выходим. Иду. Только покажите нам цель. Ой, давно пора. Доброе утро. Конечно. Куда целиться, сэр? Что?
Мы драться-то будем. Выберите. Что ж, давай, испугался хорошей драки? По местам, ребята. Натянуть тетиву. Мы идем. Выберите товар. Работа остановлена, мой лорд. За тебя, господин. Это наши земли. Враг напал на одно из наших поместьй, мой лорд. Выберите товары. Выберите количество товаров. Наши войска атакуют враг. Чем мы можем помочь? Твои верные лучники. Инженеры к вашим услугам. Не хватает рекрутов, сэр. Вперед на стены! Вам что-то нужно? Преступники обворовывают наш амбар, сэр. Нельзя здесь строить, мой лорд. Ткачиха пошла по дурной дорожке, ваша светлость. Враг напал на одно из наших поместьй, мой лорд. Нельзя здесь строить, мой лорд. Идем на место. Нельзя здесь строить, мой лорд.
Таков план. Наши луки будут петь. Мы в пути. Не хватает оружия, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Мы готовы! Лучники, на изготовку! Да, сэр? Наши луки готовы! Меняем дислокацию! Только покажите нам цель! Лучники идут! Целиться, сэр? Мы готовы. Натянуть тетиву. Лучники, вперед! Не хватает рекрутов, сэр. За тебя, господин. Мои верные лучники! Наши войска атакуют враг! Наши луки будут петь! Враг напал на одно из наших поместий, мой лорд. Мы готовы! Лучники, на изготовку! Сэр? Колонну! Наши луки готовы! Колонну! Смотрите в оба, ребята! Не хватает рекрутов, сэр. Только покажите нам цель! Выходим. Куда целиться, сэр? Выступаем. Копья! Готов! Готов! Копья! Натянуть тетиву. Наши инструменты готовы. Тебя, господин. В бой давно пора. Мои верные лучники. Мы выходим. Наши луки будут петь! Мы готовы? По местам, ребята! Отправляемся! Лучники, на изготовку! Мы идем!
офицер. Обороняемся, ребята. Наши луки готовы. Наши войска атакуют враг. Только покажите нам цель. Куда целиться, сэр? Мы в пути. Затянуть тетиву. Ага. Мы пошли. За тебя, господин. Меняем дислокацию. Твои верные лучники. Будут петь. Лучники идут. Мы готовы? Есть. Лучники, на изготовку. Мы идем. Сэр. Наши луки готовы. Покажите нам цель. Куда целиться, сэр? Натянуть тетиву. А тебя, господин. Мы готовы. Мои верные лучники. Наши луки будут петь. Мы готовы. Мы в вашем распоряжении. Это все, на что ты способен? Давай! Крестьянин пошел по одной дорожке, ваша светлость. Один, дай мне силы! Я слышу песню своей валькирии. Меня ожидают чертоги Волгаллы. Олаф побежден. Ура! Наконец-то мы нанесли первый решительный удар. Не хватает рекрутов, сэр. Посмотрим, как ты с этим справишься. Лучники, на изготовку! Да, сэр. Отряд инженеров уже в пути. Какие будут приказы?
Взять арбалеты, щенки! А ну, живо! Наши войска атакуют враг! Есть, сэр! Живо! Арбалеты на плечо! Готовы, сэр? На позицию! Где враги? На них! Замкнуты ряды для нашего повелителя! Уприте копья! Нельзя здесь строить, мой лорд. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Отправка будет отменена, мой лорд. Выберите товары. Укажите частоту отправки. Готовы, сэр! Мы идем! А ну, живо!
Работа остановлена, мой лорд. Выберите товар. Отправка будет отменена, мой лорд. Выберите товар. Выберите товар. Укажите частоту отправки. Наши луки готовы. Шеренгу!